Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня, ребятки, посмотрим скинчик «Звезда зоопарка» Фази. Мне разработчики его прислали, все-таки не передумали в этот раз, вот так вот они поступили. Непонятные разработчики, то говорят не пришлют, то говорят пришлют. В общем, странно все очень. Но посмотрим его сегодня в боях, посмотрим, стоит ли он того, чтобы, так сказать, его было покупать за те пару долларов, которые он продавался. Ну, опять же, недорогая цена, как бы для скинчиков, я считаю, нормально, но лучше бы, конечно, вернули в гемы, да, превратили назад, вернули экономику назад в гемы, но, к сожалению, пока что этого не происходит. Ну, вот так вот этот скинчик выглядит, немножко, конечно, в менюшке он размыт, но, в принципе, ничего особенного в нем нету, просто волосы добавили на фазе и, конечно же, костюмчик. Костюмчик модный, красивый. Да, фазе, как он есть, наркоман. И не более. В общем, отправляемся в командный бой. Сборку, наверное, менять не будем. У нас вроде бы стандартный зоопарк. Да и, в принципе, меня здесь не на что, как вы видите. О, косточка, косточка, косточка. Да, косточка мощь. Ладно, погнали, в общем. Без косточки в этот раз обойдемся, я думаю. Ну, я точнее не думаю, рассчитываю на то, что мы без косточки обойдемся, потому что косточка очень хороший предмет, в кавычках нет. У нас есть феромоны, получший предмет. Мы какой-то гений на... Хамелеоне сбежал в музей, не знаю зачем. Конечно, я понимаю, что в музее хорошие предметы золотые, но зачем туда убегать, не понимаю. Есть на момент, кстати, ребятки, мы сейчас уже... Я обновился, да, на версии 3.28 или 3.48. Что-то я уже забыл, какая версия, но неважно. В общем, обновился до версии, и, как видите, у меня тут зимняя карта. Все дела, и у меня сейчас, точнее, против меня в основном попадаются команды из ботов. И поэтому, ну, нужно это учитывать, когда играть. Хотя бывает такое, что... Отбираем у жирафа 13 уровня легендарное копье, которым тут выбивался легендарный ботика. Жираф, наверное, приуныл. Спасибо, жирафчик. Спасибо. Реализуемся. Хотя, возможно, кстати, бот был. Почему? Берите, ребятки, там 13 уровень, да, кул? Видите, как он играет? Это точно бот. Следовательно, скорее всего, мы сейчас попадаем еще на 13 поток. Обычно на 14 попадаем, но, видимо, рейтинг мне низкий на пельмени. Поэтому только 13 на текущий момент. Ну, мы пока что делаем этот движ. Да, закидываем урончики просто. Чтобы, так сказать, побеждать. Пока что. Там, кстати, у кого-то из ботов канистр геля стоит. Ничего себе жесткий. Урончик закидываем. У них как бы выживаемость не бесконечная. Правда, урод это такое ощущение, что бесконечно. Но я уже достаточно много их тут покоцал. По своим усилиям, да. За феромоним крабика. Бахнем в него. И добьем. Ну и вот. Как бы ничего сложного. Немножко пробили их вначале по урону. А потом просто додушили потихоньку. Хотя моя команда старалась умирать. Старалась проигрывать, но, к счастью, я смог их победить. Ну, я имею в виду свою команду. Не противников, а именно свою команду, да. Пойдем искать сейчас другой склад. Где они есть, наверное, где-то с края зоны. Скорее всего, но мы их в любом случае найдем. Пока что станем вот так вот красивенько. Или, наверное, вот так вот. В бочку. А вот и противники. Причем два склада, как видите, да, идут. Или то один склад разделенный, непонятно. Нет, все-таки два. Все-таки два склада идут. Остановим сначала верхний склад. Там ты что, Дона с инструментами, ничего себе. Бедные боты. Вот разрабы, конечно. Взяли и даже ботам душнинские сборки сделали. Как у гениев. Чтобы у гениев были шансы играть против ботов. А то понимаете, если ботам сделать нормальные сборки, они же будут выносить гениев. Они и так их выносят, как бы. Ой-ой-ой, это тут прям что-то много складов. Закинули феромоны, закинем капканы. Боты, видите, сейчас что делают? Они пытаются аптечкой залутать. Это тоже вот не очень самую лучшую механику, так сказать, ботам добавили. Ну, что есть, да? Зато быстрый бой. Зато быстрый бой. Потому что у ботов, в принципе, механики очень хорошие. В плане того, что они спасают союзников. Они нажимают кнопочки, они часто попадают. В общем, они стараются играть командно, да? То есть они вместе бегают, все остальное. В отличие от некоторых гениев, да? Но сборки, то, что им все хуже и хуже делают. То, что у них как бы распределены атрибуты, не очень эффективно, да, по оружию. Скажем так, у них отбрасывание стоит. Ну, это печалит очень сильно. Ну и плюс, как видите, чтобы гении могли хоть с ними что-то делать, им еще вот такие вот поведенческие реакции начали добавлять, что вот он должен бежать за аптечкой, как гений какой-то, да, лишь бы взять аптечку, хотя на самом деле он умирает, делает кучу ошибок и все остальное. Ну, вот так, да. Жаль, конечно, что так все происходит, но было бы неплохо, если бы боты были посложнее чуть-чуть. Все-таки было бы хорошо, да. Делать, так сказать, отбор среди игроков через ботов. Я считаю, это было бы адекватно, потому что, в принципе, когда играешь с 2К ботами, ну, имею в виду с ботами на 2К рейтинг, да, вот так вот правильно говорить, они, в принципе, хороши. Они, в принципе, хороши по всем параметрам, да, то есть
Ага, понял, промахнулся притык. Наверное, попал в эту штучку или куда-то, я не знаю, в другое место попал. Ну, скорее всего, в нее. Видите, она вот не простреливается. Поэтому вот так вот. И это как бы было бы хорошо, если бы... О. А ну, команда ко мне пойдет? Нет, не идут, ладно. Тогда ладно. Так вот, было бы хорошо, если бы боты были чуть-чуть посильнее, чтобы игроки могли просто... Не могли, точнее, против них играть. То есть были бы боты, там, не знаю, до 1000 рейтинга, к примеру. Чисто вот до 1000 рейтинга. И игроки бы просто не могли физически их победить, если бы они были слабыми игроками. Так, у нас там что-то это самое, надо бы вернуться. И спасти наш сквад, правда, у меня одной аптечки не хватает, ну да ладно. В любом случае вернемся, попробуем что-то сделать с этим всем делом, да. Попробуем спасти сейчас моих тут союзников, каких смогу спасти. А в принципе спасти еще могу кое-кого. У меня есть феромоны. Почти бака добили. Наверное, нужно все-таки добить. Так, сначала спасем, наверное, вот этих вот друзей. Они тут с пандой вместе стоят, но меня сейчас вынесут. И бака тут бы спасти, было бы неплохо. Проблема в том, что так-то... Они, видите, сейчас хилятся. Я им сделать ничего не могу. Чисто физически их вынести не смогу. Почему? Объясняю, ребятки. Потому что у них, как видите, в команде... Во-первых, аптечки сейчас видите, да? Во-вторых, у них дона. Блин, бака не спас. Короче, у них очень хорошо стреляют боты. Мне повезло, я все-таки смог их добить. А че у меня этот куда-то пропал? У меня тут был кто-то, я его вроде бы спасал, он только что пропал. А что это за бред такой? Ладно, бот да спасает, я пока что пойду. Хотя бы одну аптечку золотая, мало ли что случится. Стеночка на всякий случай тоже золотая, потому что боты могут зависнуть, хотя тут уже край зоны, вряд ли они будут зависать. Но все равно было немножко душно. Немножко душно из-за того, что... Там у меня в команда была не фул ботов, то есть вот видите два ботика, да? Это ок, но там на самом деле у меня команда была еще с игроков, стоял тот баг и еще кто-то были игроками. Я так вроде помню, или один только баг был. Поэтому, в принципе, это не очень важно. Ну, конечно, я ушел не вовремя, да. Я почему-то думал, что там сейчас снизу не будет никаких противников, а они взяли и нашлись. Ну, тут была ситуация просто получше. Здесь было много золотых предметов, много противников. Их, в принципе, можно было поразваливать, ну, вы видите, да? И победить. Но, к сожалению, да, я не ожидал, что там снизу кто-то будет. И они убили наших ботиков. Практически убили. Но я все-таки вовремя подошел. И кого смог, того спас. Правда, было тоже душно, я почти помер. Почти. Почти не считается, но все равно. Пока что просто на халяву набиваем урончик по ботикам, чтобы, так сказать, было потом с ними проще, а то нас всего трое, их пятеро, как вы понимаете, да? Сила мощи у них помощнее, чем у нас он. У них панда на челе сидит. Так, Генри пока что минусуем. Дону тоже минусуем. Там сейчас панда пошел спасать. И нужно нам сейчас позицию получше занимать. Кстати, видите, вот край зоны. Боты имеют реакцию на краю зоны не помогать. Сейчас самое главное это убить панду. Панду убить почему? Потому что он самый сильный из всех, кто здесь есть. По ботам я имею в виду, конечно. Не знаю, почему так работает, но панда вот такой вот. Вот такой вот сильный. Тут, кстати, я вижу еще один склад к нам пришел. Еще один склад. Это, конечно, больно, опасно, но попробуем с этим что-то сделать. Гад на фламинго, конечно, здесь и аптечку поднял, отхилился. Но у меня, кстати, тоже бот панда, поэтому у нас, так сказать, тоже есть имбовое преимущество. Но нас все равно душат. Я заферомонил здесь неплохо. Сейчас пронесем немножко урона и... Все, теперь можно в дистанцию уйти и убить бака по-быстренькому, да, чтобы он не мешал. Хотя, смотрите, он даже кидает гранату. И даже кидает неплохую гранату. Я промахиваюсь уроном. Феромоним бака. Пытаемся его добить в ближнем бою, не получается. Душный бак. Ну сейчас гранату должна добить, да, добивает. Панда, кстати, заметьте, у нас еще живет. И мы здесь победим. Как-то не душно было против ботов. Тут я говорил вроде буквально минуту назад, что они не очень, а тут бац, они уже все начинают разваливать как не в себя. И как вы видите, да. Стрелковые боты, которые именно стреляют с луков, которые прицеливаются, еще с каких-то таких штук. Они почему-то очень хорошо себя реализуют в этом плане. Смотрится, конечно, жестко. Были бы это игроки, было бы пожестче. Но за меня были игроки, правда один, не очень жесткий, но был все равно. Поэтому получилось не очень. Если бы за нас был фулл-спад игроков, наверное, мы бы изи развалили ботов, но, к сожалению, с одного персонажа урона не хватает почему-то. Совпадение. Итак, у нас еще один бой. В этот раз, кстати, заметьте, раскинуло плюс-минус нормально так по карте. Нас вообще в бок куда-то укинуло. Обидно, обидно, потому что остальная часть склада заспамилась где-то там справа и непонятно где. И это очень меня не радует. Хотя, возможно, сейчас заспавнится. Вот, да, заспавнились. Почему-то, кстати, заспавнились здесь, хотя лидеры отряда Генри. Странное совпадение.
Наверное, залутаем. Наверное, залутаем сейчас предметы. Не будем обращать внимания на наш отряд. На сквад, да. Так сказать, переживут, если что. Серебряный лук тоже брать не будем. Пока что без него обойдемся. Нам и так хватит, я думаю. У нас тут змея есть, в принципе, 16 уровня. Я думаю, мы лук и получше найдем дальше. Вот, кстати, вроде золотой лук был. Ага, был. Был да сплыл. Ладно, аптечку залутали, серебряный лук я сейчас тоже подлутаю. И отправимся к нашему отряду, который там еще жив, к счастью. Пока что. Скинчик, что по итогу, да? Вроде бы ничего особенного. Миленький, красивенький, ну как бы. Не более, на мой взгляд. Эти волосы, конечно. Шикарно. О, как не лагает. Как не лагает. Так нравится, да. Черепашка там жесткая, разваливает. Крабик здесь просто бегает, видите, ничего не делает. Бот на крабе плоховат. Плоховая черепашка, бот вот получше. Правда, видите, не использует активный навык практически. Тоже не знаю, по каким причинам это так случается, но вот так вот. Баг, кстати, с первобытным инстинктом, бот тоже достаточно интересный. Он использует активный навык и достаточно неплохо это делает. Ну, бессознательный вариант, конечно, использования все равно получается, но какой есть. У нас там сверху, я смотрю, умерли, да? Да, надо бы их спасти. Надо бы спасти, но как? Вопрос. Залетели, короче. Мне еще Смотрите на этого краба. Взял активный навык, использовал вовремя. Душненько немножко против ботов. Душненько. Феромоны, к сожалению, не всегда попадают. О, Генри был с легендарным луком. Но вряд ли нам это пригодится. Мы уже, походу, тут добиваем последнего бота. На баке и все. Да. И это победа. Слов нет, ребятки. Все-таки боты немножко поадекватнее. Даже с их не очень хорошими сборками, они все-таки поадекватнее. Я бы лучше взял бота себе в команду, вот честно вам скажу. Они бы меня и спасли. А если бы еще можно было выбрать предметы, ботам, представьте себе. Взял бы 4 бота в команду с дефибрилляторами. Чисто отряд поддержки, да? Было бы шикарно. Еще и каких-нибудь, выбрал бы персонажей, каких-нибудь пингвинов, которые бы стреляли просто, а ты там где-то врывался, а тебя просто 4 пингвина прикрывают. Как вам, а? Звучит красиво просто. Жаль, что такого разработчики не реализовали, игра бы стала немножко интереснее, особенно в каких-нибудь PvE режимах, так назовем, тематических режимах, опять же, на Новый год, там, битва с каким-нибудь злобным Сантой, да, было бы круто со своим отрядом ботов. Мечты, мечты, ребятки. Хотя, в принципе, я вам так скажу, реализовать это можно. Можно, в игре есть определенные команды, определенные условия. То есть, это, в принципе, можно сделать кнопочкой. Вот тут вот, да, к примеру, добавить отряд и все остальное, и менюшку оформить, но этого нет. Ладно, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте, и всем пока-пока.